Максим, состоится игра между Краснодаром и Локомотивом. Ваши ожидания от игры, сильные соперники, что болельщикам ждать? Ну, прежде всего, ожидания, наверное, чтобы команды показали хороший, качественный футбол, чтобы это понравилось болельщикам, чтобы люди на трибунах не скучали. Но это прежде всего, футбол для этого и создан. Вот. Поэтому хочется верить, что погода, конечно, жаркая немного, но чтобы команды показали достойный футбол. Вы не первый год плодотворно трудитесь в Краснодаре, однако в качестве игрока долгое время трудились, плодотворно выигрывая в составе «Локомотива». Матч с железнодорожниками для вас, наверное, особенный? Ну, конечно, у меня остались очень приятные воспоминания о пребывании в «Локомотиве», поэтому сейчас тем более возглавили «Локомотив» и Юрий Павлович Семин, который, под руководством которого я работал не один год, и Дима Лоськов, и Пашинин Олег. Поэтому, конечно, у меня к ними теплые отношения остались. Но, конечно, я буду болеть за Краснодар завтра.